Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Громче аплодисменты, мы не слышим. Громче, 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 громче. Продюсер, режиссер-постановщик, поэт-песенник, клипмейкер, организатор концертных программ. Вот он, дорогие друзья, Сережа Филимонов, которому сегодня... Сереж, раскроем тайну, сколько тебе сегодня? Ну, вы знаете, всегда 17. Всегда 17. Буквально несколько слов. Несколько слов. Как ты сегодня видишь свой праздничный вечер? Ну, собственно, только все начинается, но начало хорошее. Если немножко повыше микрофон. Возьми, да, продюсер. Возьмите его сам, Сергей. Хорошо, спасибо. Приятного всем отдыха, господа. В этом замечательном заведении «Гладиатор». Итак, встречаем. Начинает наше торжество. Диана Шурыгина! Аплодисменты! И Саша Акт, друзья! Да, Диана Шурыгина и Саша Акт, вот они, замечательные герои. Давайте им тоже поаплодируем, дорогие друзья. Аплодисменты! Премьера песни, Сережа. Премьера песни, друзья! Желаю тебе любви, здоровья, счастья, побольше таких близких людей, которые тебя окружают. Естественно, наш подарок – это наше выступление здесь и наша дебютная композиция. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Полетели мимо неба над землей, и не стали мы над облаком кружиться. Полетели мимо неба над землей, потому что не могли остановиться. Полетели мимо неба над землей, и не стали мы над облаком кружиться. Полетели мимо неба над землей, потому что не могли остановиться. Ты снова смотришь на небо, гадая, был или не был, и вспоминая так жадно о том, где был с ним, где не был. Ты снова хочешь вернуться в той самой милой и нежной, и чтобы стало как раньше, и чтобы стало как прежде. Но только все безвозвратно, куда ты сразу... Дорогие друзья, но ни для кого не секрет, что на сегодняшний день какая свадьба без драки, да, то, что многие говорят, это была постановка, нет, то, что мы все вошли в... отмечен началом драки, это хорошо. Итак, Сергей.